Всем доброго времени суток, это канал Post-Production, и сегодня мы с вами рассмотрим и послушаем такой инструмент, как Vagient. Состоит он из двух комплектов, из двух инструментов, просто Gint и Cinematic. Сейчас я вам покажу и расскажу, в чем отличие. Запустим обычный инструмент. Довольно-таки специфическое у него такое звучание, очень красивое, очень объемное и очень красочное. Здесь мы можем изменять тон и его окрасочку. Здесь динамика, спейс, ну, якобы реверберация. Размер. Вот, в принципе, такой инструмент. Второй мне показался очень классным и интересным. Вот я загрузил сейчас уже второй инструмент. Не зря он так называется, потому что якобы, ну не якобы, даже тут многие узнают звуки, те, которые используются в фильме. И здесь вот есть такая настройка. Выбирая различные положения, то по одному, либо все сразу вместе, можно получить разные звучания. Что послушаем? Сначала овертон. Интересное звучание. Следующее. Далее. Последнее, хотел бы на нем остановиться и сказать поподробнее, что это Noise FX. И на каждой клавише есть какой-то эффект звуковой, который использовался в фильме, может, каждый узнает его. Вот такие вот звуки, я думаю, многие узнали их, особенно из фильмов ужасов. Помимо всего этого, то есть все это можно включить сразу вместе.
Инструмент очень классный, объемный. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, слушайте хорошую музыку, пишите сами. Всего доброго, до скорых встреч.